Ты умеешь шипеть? Классная девчонка. Обалдеть. Вот так Анька гоняет диких котов. Марта, сегодня уже будешь жить со своим женихом? Вольф, мы тут тебе такую девчонку привели. Закачаешься. Да не уходи. Вон какая у тебя подруга. Марта. Так, Титан, ты что за воришка? Вольф, иди-ка разберись с ним. Тут и скол, камыш будет окружен. И Анька с третьей стороны. Ты, четвертый кот. Ты что тут затихарилась? В режиме охоты? Скол, охраняй Аню, чтобы никто не напал. Марта, ты чё как? Наблюдаю. Скол, ты тоже хочешь так поиграть? А ты не хочешь так поиграть? Нападай. Иди, посмотри, там какой черный котик, иди. Иди, погуляй, иди. Да иди, он черный, ты черный. Вульф, нравится тебе такая девчонка? Обалдеть. Это как это? Любовь по окрасу сразу? Понравилась? Она такая зашуганная. Кое-как с нами еле-еле. Никому из котов не подходила, а к нему подошла сразу в нос его поцеловала. Вот и образовалась семья. Вульф, не переживаем, мы вас сегодня вместе оставим. Знакомьтесь, не бойтесь. Вульф, иди, ей понравилось же. И он тебе понравился. Марта, иди. Ничего, классный подарок. Было одно черное пятно, теперь два. Она у тебя серенькая, что видишь? И ты тоже такой же. А ты что подумал, что это кто-то твой родственник, да? Так побежала сразу его целовать. Понравился он тебе, да? Красивый кот, а ты красивый. Ты умеешь шипеть? Я даже и не знал. Откуда ты умеешь? Кто тебя начал? Ты просто переживаешь. Чего? Ты сейчас сидел со мной на диване. На стрессе, да? Это серьезно, я же не котик. Че стрессанул тогда? Это явно не из-за меня. Самое, ты только что сидел час на диване, ты чё? Глаза не закрывают, ты когда глаза закрываешь, тебя вообще не видно. Ты не вот, но он же хороший. Вульф, ну дай комментарий свой. Классная девчонка. Ты с мальчишками совсем подружился. Я тебя от них от всех защищал. Девчонку тебе привел. Девчонка красивая. А ты ругаешься. Хорош. Ну, все. Забыл. Мы с тобой друзья. Девчонка стрессанула, и ты стрессанул. Вы что-то у меня обшипели. Ну все, она тебе, я думаю, тоже понравилась, да? Ты заметил у нее шорты, когда кажется, у тебя вот с серебром? Вот, специально тебе такую подругу подбирали красивую. Ты что, бог? Вот, теперь вам повеселее будет вместе, да? Оба их карантин прошли, котики здоровые, анализы хорошие. Значит, будете жить-поживать, да? Нет? Хватит уже на меня шипеть, на меня больше вообще нельзя шипеть. Вообще с девчонкой лучше болтать, пойдем? Или ты с пацанами пойдешь побегать? Я думаю, надо с пацанами сначала. Девчонка никуда не убежит. Куда ты смотришь наверх? Ты на меня на лицо смотришь? Там вот подсказывать надо тебе медленно моргать. Я говорю, а я так и делаю всегда, чтобы котик расслаблялся. Черный кот на белом комоде. О, а
Хочешь, я тебе сегодня разложу, это же пеленальный столик, разложу, и ты сможешь со своей подругой тут вместе сегодня спать. Пошли гулять. Да, но подруга у тебя еще хитрее, чем ты. Она маленькая, спряталась. А вы что, черные все такие? Нелюдимые. Вы откуда к нам прибыли, госпожа? Вот это глаза. Марта Чаузи F2, окрас Гризли. Она на самом деле маленькая по сравнению с камышом. Хотя камышу всего сейчас 4,5 месяца. И ты, по-моему, девчонку постарше. Постарше и поспокойнее, да? Все, давайте, дружите, знакомьтесь. И в игрушки вместе играйте.